Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, если вы этого еще не сделали, потому что у меня очень много классных рецептов. Сегодня мы с вами готовим грузинскую закуску из свежей зелени и грецких орехов. Она называется пхали. Мы будем готовить из свежего шпината, потому что съедим ее сразу, но начинки могут быть любые. Можно сделать из запеченной или вареной свеклы, можно сделать с морковью, можно сделать с баклажанами. То есть вариантов очень много, но всегда нужно использовать грецкие орехи. Смотрите быстрее рецепт и бегом готовьте! Для нашего варианта понадобится свежий шпинат, свежая петрушка, лимон, грецкие орехи и немного соли. В принципе, вы можете взять любую свежую зелень, если хотите сделать зеленые пхали. Итак, берем грецкие орехи, хорошенько их промываем под водой под краном и обсушиваем на сухой сковородке без добавления масла. После мытья орехи нужно прокалить и высушить, чтобы из них вышла лишняя влага. Поэтому не забывайте их перемешивать периодически, чтобы они не подгорели. Лимон разрезаем на две половинки, нам понадобится чуть позже. Берем свежую петрушку или кинзу, что вам больше нравится, и режем ее на произвольные кусочки. Затем берем шпинат, отрезаем от него стебли и тоже режем на произвольные кусочки. Не забудьте, пожалуйста, зелень предварительно помыть и высушить с помощью бумажного полотенца или с помощью специальной центрифуги для сушки зелени. Теперь берем блендер и складываем туда всю нашу зелень в перемешку. У меня блендер небольшой, просто она вся у меня туда не уместилась, поэтому я измельчала ее частями. Сначала измельчила шпинат, потом уже к измельченному шпинату положила петрушку, измельчила все вместе. Если у вас блендер большой, можно сложить прям все сразу, чтобы не открывать несколько раз крышку, и сразу все измельчить. Измельченную зелень перекладываем в блюдо, и она пригодится нам чуть-чуть попозже. Теперь возвращаемся к нашим орехам. Орешки у нас прокалились, высушились, и теперь мы их тоже складываем в блендер. В принципе, блендер можно даже не мыть, потому что все равно мы зелень будем смешивать с орехами. Орешки нужно тоже измельчить в блендере на максимальной мощности. Только, пожалуйста, проверьте настройки, инструкцию вашего блендера, чтобы он мог измельчать орехи. Орехи можно сразу немножко посолить и добавить к ним сок половинки лимона. А можно это сделать чуть попозже, когда мы будем смешивать орехи с зеленью. Здесь как вам больше нравится. Мне кажется, что лучше посолить и добавить лимон на этом этапе, чтобы это все лучше измельчилось. Теперь просто смешиваем в блюде измельченную зелень, измельченные орехи, лимонный сок и соль. Перемешиваем это все до однородного состояния. У нас должна получиться такая хорошая, липкая, однородная масса, которая очень отлично, очень хорошо держит форму. Мешать можно с помощью столовой ложки или руками. Теперь просто скатываем руками из этой массы вот такие вот красивые ровненькие шарики. Масса очень податливая и прекрасно держит форму. Шарики не разваливаются вообще. Ну и все, наша закуска готова. Ее нужно сразу подавать на стол или хранить в холодильнике примерно пару дней. Если вы готовите такую закуску для длительного хранения, шпинат и петрушку, любую зелень нужно побланшировать. Мы с мужем очень любим грузинскую кухню и ждем, когда же можно будет наконец съездить в Грузию. Очень хочется попробовать кухню местных жителей. А еще этот рецепт классно подойдет даже на праздничный стол, особенно если праздник летом или, например, весной, когда свежая зелень уже началась. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал в Дзене, в Ютубе, в Инстаграме и в ТикТок. Увидимся!